Проводится фестиваль ежегодно. В этом году он 10-й, юбилейный. Для гражданского и патриотического воспитания молодежи, повышения уровня правовой культуры, гражданской ответственности молодых избирателей Сочи. Почетным гостем фестиваля стал глава города Анатолий Пахомов. Сегодня «Шаг в политику» – это своеобразный фестиваль настоящих демократических выборов, где все предельно ясно, прозрачно и честно. Ребята теперь, они готовы принимать сознательные выборы, они действительно анализируют, думают. Это мероприятие лишний раз помогает обратить внимание на такие важные события, которые у нас так редко в стране происходят. Потому что выборы у нас только раз в 6 лет президента, а это действительно очень важно. Сегодня студенческие команды представили на суд жюри тематические видеоролики и даже частушки с агитационными призывами к участию в выборах. В последующих 5 турах молодые избиратели представят эмблемы, слоганы и девизы своих команд, примут участие в брейн-ринге на знание основ избирательного законодательства, попробуют свои силы в публичных выступлениях. Люди, которые в состоянии разобраться в политической деятельности, в политических программах, в избирательном процессе, это полноценные граждане нашей страны. В состав жюри фестиваля вошли специалисты избирательных комиссий Сочи, депутаты городского собрания и законодательного собрания края.